Череда дважды перистая. Новый карантинный организм, включенный в перечень карантинных объектов Российской Федерации приказом Минсельхоза России в 2014 году. Это однолетнее травянистое растение, злостный сорняк, который отсутствует на территории России. Центром происхождения растения является Северная Америка. В настоящее время вид широко распространен в странах Юго-Восточной Азии, Африки, в Австралии. Присутствует в Грузии, Абхазии. Есть сведения о случаях обнаружения сорняка в Краснодарском крае. Череда дважды перистая имеет большую биомассу и длительный период вегетации. Может засорять посевы сельскохозяйственных, особенно пропашных культур. Предпочитает расти вдоль водоемов, дорог, обочин, полей. На генеративных побегах формирует огромное количество плодов семянок, которые легко попадают в состав подкарантинной продукции. Относится к группе игольчатых черед. Ее темноокрашенные прямые плоды семянки имеют на конце зазубренные ости. Сами плоды не отрываются у растения под действием ветра или каких-то других естественных факторов. Необходимо присутствие биологического агента. Животное, человек, очень легко касаясь этих соплодий, может переносить на значительное расстояние плоды. Специалистами Всероссийского центра карантина растений разработаны методические рекомендации для диагностики карантинного вида на основе комплекса морфологических признаков. В настоящий момент разработаны методические рекомендации по идентификации череды дважды перистой по совокупности морфологических признаков. То есть мы, используя гербарные образцы, живые растения, можем четко идентифицировать этот вид. Ну вот посмотрите, какие замечательные, красивые, я бы даже сказала, несмотря на то, что сорняк, рассеченные, дважды перистые, рассеченные простые листья. В связи с тем, что плоды сорняка отличить от плодов родственных некарантинных видов черед достаточно трудно, проводится работа по поиску информативных молекулярно-генетических маркеров в геноме череды дважды перистой и разработке соответствующих методов идентификации. Эти методы будут соответствовать современным схемам проведения исследований ведущих европейских лабораторий, международным требованиям и стандартам. Сорняк может успешно акклиматизироваться в регионах российского юга. Поэтому на данном этапе основная задача специалистов в области карантина растений – не допустить проникновения и распространения череды дважды перистой на территории России. В этой связи проводится тщательный досмотр подкарантинной продукции и оперативная идентификация найденных объектов.